Около 500 торговых мест задействовано на сельскохозяйственной ярмарке. Она прошла в выходные на площади перед дворцом спорта «Стерлитамак-арена». Продукцию представили фермеры из Аургазинского района. В среднем за 18 рублей можно было приобрести килограмм лука, от 10 рублей – морковь, от 13 рублей – картофель. Мед – от 270 рублей за килограмм. Утки, гуси, куры – 300 рублей. Килограмм свинины – от 200 рублей. Баранина, конина, говядина – от 280 рублей. Есть пост санпедстанции, который всю продукцию выставляем здесь, особенно это мясные, то есть полностью проверяется, клеймятся и все как положено. Поэтому те ярмарки, которые производятся, они все под контролем. Следующая сельскохозяйственная ярмарка состоится 7 октября.